Долгосрочная позиция Австралии по Южно-Китайскому морю остается ясной и неизменной. Мы заявляли об этом много раз. Австралия не принимает чью-либо сторону. Мы заинтересованы в торговле, свободе навигации и полетов в регионе. Уважение международных норм было и остается основой позиции Австралии. Стороны, напрямую вовлеченные в споры в Южно-Китайском море, согласились работать на основе декларации поведения сторон в Южно-Китайском море. Поэтому странам вне региона стоит поддерживать эти усилия, а не наоборот. Я хотел бы обратить внимание на слова нового министра обороны США, произнесенные им несколько дней назад. Он сказал, что очень важно дать приоритет дипломатии в разрешении спора по островам Наньша. Это неизменная позиция Китая, и я уверен, это также позиция Австралии.